22-летний казахстанец, подозреваемый в участии в деятельности международной террористической организации, под конвоем депортировали из Стамбула в Алматы. Это произошло еще 27 января 2024 года. Согласно материалам следствия, уроженец Туркестанской области в 2020 году выехал в Сирию, где вступил в одну из действующих там вооруженных группировок. Его задержание и выдача на родину, организованное Комитетом национальной безопасности совместно с турецкими партнерами, а также при поддержке Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел Казахстана. Также сказано, что в отношении фигуранта расследуют уголовное дело по факту участия в террористической деятельности, согласно статье 257 Уголовного кодекса. Санкции суда он взят под стражу, проводятся необходимые следственные действия. Иная информация о разглашению не подлежит. Марихуану изъяли у водителя тонированного авто полицейские в Туркестане. Во время несения службы по обеспечению общественной безопасности сотрудники патрульной полиции Управления полиции Туркестана на одной из центральных улиц заметили и остановили водителя автомашины Mercedes-Benz с незаконно тонированными стеклами. При проверке документов водителя полицейские обнаружили у 38-летнего мужчины в кармане куртки предмет, похожий на наркотическое средство. Изъятое вещество направили на экспертизу, по результатам которой им оказалось марихуана весом более 30 граммов. В настоящее время по факту незаконного хранения наркотических средств проводится досудебное расследование. Ернур Бабиев, Диана Балязи, новости.